В этом году биологию в качестве выпускного экзамена выбрали 2500 школьников. Иностранный язык – больше 800 выпускников. Почти все из них сдавали английский. Еще 30 человек писали ЕГЭ по немецкому языку, четверо – по французскому, и один человек сдавал экзамен по испанскому. По традиции, испытание включало в себя письменную и устную части. Для поступления в ВУЗ по ИНЯЗу нужно набрать минимум 22 балла, по биологии – 30. Отметим, сдавать ЕГЭ можно не только на пришкольных пунктах, но и на дому. Как организуют работу выездных комиссий, мы расскажем в вечернем эфире.